Доброго времени суток, вы на канале Europlay, у микрофона Виват, мы продолжаем наше приключение Сталкер День Чернобыля в рамках рубрики Старое Доброе. Итак, сегодня у нас первый заход на Агропром, первые более-менее серьезные заварушки. Там сейчас вертолеты немного будут мешать на фоне, ну ладно. Идем вдоль железнодорожных путей, чтобы пропустить полет камеры. И сейчас попробуем кинуть гранатку. Если повезет, то удачно. Я что, холостыми стреляю? Да вроде нет. Угу, спасибо. Класс-то, наверное, получше будет. Так, разрядим. Так. Сделаем вот так. Попробуем еще раз кинуть гранатку. Так, пошли спасать крота, бегом. Лутаться будем потом. Так, здесь делаем вот так. Темновато. Не вижу, где он. Тихо. Где-то там есть. Так, кто здесь? Фу ты, мой. Вот предатель, взял, вытолкал. Вон он. Отлично. Так, можно полутаться спокойненько. О, военные аптечки пошли. Так. Аптечки нам пригодятся сейчас. Там у нас есть раненые. Так, подожди. Автомат я у тебя пока заберу. Пистолет тоже. 9 на 19 пускай будут. 9 на 18 тоже пускай будут. Хотя вот нет, вот эти выкинем. Будем обычно использовать. Эта Ксюха мне уже не нужна. Так, лутаемся. О, там добивают вояк, похоже, без меня. И я застрял немножко. Эх. Ага, во, сейчас будем раздавать подарки, точнее аптечки. Так. Сталкер. Ага. Бандитский склад. Посыпались тайники. Так, калашик твой давай проверим. Ага. Убитый. Незаряженный. Ну, я более-менее целый урвал. Уже неплохо. Так. В общем, у вас ничего путнего. Ага, патроны для калаша пособираю. И у тебя... О, гранатка у тебя, отлично. Так. Тоже не заряженная. Ну, тоже ничего особого. Там море просто артефактов. Там еще в туннеле. Ну, а. Может быть, на обратном пути. Вот эти, за этим. Мне нужно сменить костюм. Целый. Не целый. Не целый, выбрасываем.
Отлично, антирак, гранатка. Проб. Авна, скажем так. А вот еще гранатка. Так. Так, давай твой калашик подцеплю. Посмотрим. О, я заряжен. Так, ну по мере того, как я буду глубже в зону входить, тем меньше я буду всякие нычки собирать. Такие только выпавшие тайники с артефактами и некоторые артефакты земли. Потому что по мере продвижения у меня все более лучшие снаряды и более лучшие артефакты собираются. Так. Угу. Больше тайников здесь нема. На, есть здесь, но этот архивный бокс мы будем после того, как сгоняем в подземку агропрома собирать. Так, вот и крот. Здорово. С тобой сейчас потрещим и пойдем в подземку агропрома. Спасибо, друг. Вы услышите меня. Одной ногой на том свете уже стоим. Послушай, военные не оставляют дела, они доделаны. Давай, давай, иди туда, я тебя догоню. Водка. Она мне не нужна, в принципе. Там ее в ящике. Так, вообще по весу что у меня? Ну, так себе. Не то чтобы много, не то чтобы мало. Сейчас с тобой скрот... Где ты есть-то? Крот. А. Я тут уже ушел. Квартет, я ястреб. Пока чисто. Двигаюсь вперед. Отвечай с кротом здесь и... Да. Тут тихо. Вниз. Можем подождать, пока рейд да, закончится. Да, да. Они сейчас сюда Фьюри прибегут. Сказал мне, что ты ищешь. Можем подождать. Здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Та-та-тан, та-та-та-тан. Все. Так, ПДА. Так, так, так. Отбили все задания, как видим. И все, можно двигаться. Там сейчас пойдет спецназ. Вояки эти могут скреснуться. Мне это не на руку, поэтому... Пойдем гасить бандитов. И вот мы наконец в подземке агропрома. Здесь можно обыскать человечка. Медицины у него не оказалось. Так, но это мой, который целый. Это его, который побитый, но он без патронов. Сейчас нас здесь встретят бандиты. Мы им подготовили пару вкусных подарков. Hello. Лови. Что ж вы так не любите эти гранаты? Прям убегаете от них. Они срочные. Ух ты, какой злой. Фух. Так. Давай-ка мы тебя выщем. Ну-ка, калашик твой. О. А вот и первый тайничок. Выбрасываем, разряжаем. Тихо, тихо, тихо. Чё сразу обзываться-то, Кто обзывается, тот сам так называется. На! Кушай. Я здесь, ты не в ту сторону воюешь, Окей. Мне же лучше. Ай-яй-яй, там кто с дробовиком был. В упор лезть на дробовик, делать такое себе. Так, двое. Отлично, один. По-моему, у меня где-то тайник. Поэтому делаем так. Савы под зем. Да. Агарон 01.
Так, внизу, да? На лестнице, насколько я помню. Так, ты где? Отзовись. Где там есть? Затупил или засел? Так, туда я пока не буду идти. Там будет встреча. Очень горячая встреча. Так, ну как раз туда-то мне и нельзя. Опять я какое-то задание выполнил попутно. Ну ладно, с этим разберемся потом. Сейчас мне нужно немножко наверх вернуться и посмотреть. Так, ага, вот давай с тебя начнем. Чуть-чуть взять 9 на 18. У тебя что, это у тебя фора? Заряженная? Нет, не заряженная. Так, посмотрим у тебя что. О, у тебя есть аптечка. Не мне, так хоть одна кому-нибудь. Так, разрядим, выбросим. Тебя что? Я дробовик был отличный. Я был калаш, кстати. Возьмем все. Один разрядить это, выбросить просто. Ну, я думаю, достаточно. Можно больше не брать 9 на 18 патронов. Так. Теперь мне понадобится мой обрез. Сейчас будут те самые впечатления, которые я никогда, наверное, не забуду, когда я первый раз играл. Ну где-то там комар переросток. Вот она бежит. Иди сюда, обниму. А-та-та. Так, сейчас на звуки стрельбы сбегутся вояки. Чтобы этого не случилось, сделаем вот так. Отлично. Заберем здесь гранатки. Вот здесь должен быть. И. Там вот ящик деревянный. Эх. Ага, уже идут, пыхтят. Ну, выходи по одному. Только чуть толпой не бить. У вас там четверо, а я один. Ага. По-моему, слева кто-то был. Так, ну возьмем попроще. Ага, за стеной. О, привет. Хорошо, тебя выкинул оттуда. Опа, военная медицина. Ну как, калашек? Так, надеюсь, ко мне никто там со спины не зайдет. Угу. Так, ну к электрам нету смысла идти. Сейчас не вечер, даже не ночь. Артефакты там не появятся. Посему просто завалим военных этих. Заберем лут, разрядить, выбросить, повторить. Иди сюда, иди сюда. Куда ты убегаешь? Ой-ой-ой, у меня здоровье просело. Лови. Вот то-то-то-то.
Интересно, я успею кинуть еще одну? Успел. Давай-ка ваши твой. Так, со спецназом я там не стал воевать. Так у меня уже Абаканчик был. Так. Посмотрим. Выбросить, выбросить. Но сейчас калаш все равно получше возьмем. Так, дальше я пока не пойду. Мне это не нужно. Прекрасно. Вроде особо лишнего с тобой не ма. Так. Еще гранатка. Наверх к электрам я не пойду. Подошли вояки, что ли? Или это те, которые там, на винтовой лестнице будут? Да, походу, те, которые на винтовой лестнице будут. Просто потом со спины могут зайти. Будет не особо приятно. Так. Ладно, это они походу есть. Так. Ну полезли. Тайник стрелка. И в первую очередь я заберу вот этот артефакт. Он дает минус 20 аж на радиации, в отличие от капли. Наконец-то я могу заменить. У меня есть дужа на пополнение здоровья. Хотя она режет немного пулестойкость, но я это комбинирую за счет каменных стрелков. Хоть и не полностью. И вспышку на выносливость, которая комбинируется с огненным шаром. Так, флешка стрелка. Основное задание, скажем так. Теперь ящики. Вот эти все. Так, сюда запрыгиваем. Вот этот самый даже главный ящик. Потому что здесь есть комбез. Вот этого явно выигрывает. Посему также продолжаем собирать лут местный. Куча медицины, куча патрон, куча гранат. Ненужная кутяха, зачем ее сюда положили, я не понимаю. И самое главное. Вот эти два автомата. Но нам нужен только один. А вот именно вот этот. Скоростной калашек. Это все разряжаем, выбрасываем, получаем один из лучших калашей серии «Тень Чернобыля». Это уже такое, не начальное, а чуть выше. Комбез наемника оставляем, у нас теперь есть комбез сталкера. Все отлично, живем. Есть гранаты, есть патроны, есть медицина. И наша задача вылезти на агропром со стороны базы военных. Можно было, конечно, их заранее перебить, но так как это не мод,
то особых сложностей перебить вояк не составит. Итак, сейчас у нас тут будут вояки на винтовой лестнице. Попробуем их выбить, но прежде чем их попробуем выбить, сделаем перезапись сейва. И продолжаем. Да что ж такое, я что-то уперся. А. Колоска слишком скорострельный. Как все неудобно здесь видно. Так. Я в домике. Не попадешь. Иди ко мне. А я, похоже, тоже не попаду. Я. Отлично, попал. Тихо. О, я что, попал в тебя там? Ладно. А, нет. Живой еще. Ладно. Давай, лутайся быстрее, забираем. Что можно? И бежим. Главное пробежать вот это пространство. А птичку? Фух. Отлично. Пока спокойно можем полечиться бинтами. Итак. Разрядить, выбросить. Ага, калашики. Так. Все, разрядить, выбросить. Так, по весу почти 40 килограмм. А я думаю, патроны нам все-таки придется лутать, я же их расходую. Ну ладно. Посмотрим по ходу. Так, ящики. Которых ничего путнего. Пара бинтиков и все. Классика. Ну там сейчас может гранатка выпасть. Разбиваем вам синим ящики. Вот там. Ну а сейчас будет встреча с контролером. Мастер, блин, бесконтактного боя. Так, перезапишемся. И пошли назад, бегом. Нож в руки. Отлично. Завалили контролера. И вот здесь может выпасть гранатка. Но не выпало. Не повезло, значит. Ладненько, двигаемся дальше. Встретимся опять на этом самом. На агропроме. Итак, мы снова на агропроме. Сейчас наша задача прорваться в комплекс. Ага. Ищи туда, меня там туда. Что-то я там сказал, но сам не понял, что. Мы сейчас по-хитрому сделаем. Пока они меня там искать будут, мы там засветились. Мы выйдем вот сюда. Вероятно, существует такая теория, что вероятно, эту операцию можно было выполнить по стелсу. Ну как разработчиками задумывалось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, я приплыл. Нате. Подарочек. 13 рыл здесь. Будут ко мне постепенно стягиваться. Так, сейчас я тут спрячусь. Так, стоп. Я не в приседе, отлично, я не в приседе. Так, перезапишемся.
Агро. Ром. Запишемся вот так. Так, гранатка. Идите ко мне. Я вас гостинцем угощу. Ты не туда полетела. Кто-то здесь еще есть. Летеха здесь, пойди, здесь. Так. Это не он. Это тоже не он. Эй, летеха, ты чё, блин? Я чё, невидимкой, что ли, стал? Ну и ладно. Так. Что у тебя тут по луту? Отлично, забираем. Разряжаем, выбрасываем. Ага, Фидер. Я сообщил тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтоб тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Тихо. Давай, покажись. О, показался. Я в окно попаду гранаткой, нет? Подлечимся бинтиками. Такое ощущение, что сзади заходят. Да чтоб тебя. Где-то здесь, я ж тебя слышу. Или это за зданием, сбоку здания? Так, ладно. Особо рассиживаться здесь не буду. Перестрелять надо этих и уходить. А может лучше вы к нам не? Здесь вкусные маслины раздаю. Ах. Да, я, наверное, бочку выстрелил. Тихо, не все сразу. В очередь. Так. Интересно, сталкеры нейтралы потянутся на базу вояк. Такое бывает иногда. Так, что у меня по медицине? Пока бинтиками. Пока бинтиками. Перезапишемся. Продолжаем зачищать агропром. Да, я что, опять холостыми стреляю?
Так, здесь двое. Краши, не краши. Ты где? Хватит в кустах сидеть. Так, задолбало, будешь жить. Я тебя видел. Так, аптечка. Где-то там. Тихо. Ага. Делаешь. О, там, по-моему, сталкеры подтягиваются. Тихо, 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 тихо. Живой еще. Подкрался незаметно, называется. Так, часовых я вроде забрал на вышках. Там еще с той стороны дороги, а нам еще на болота надо бы сходить, местные. Там был дезертир. И батарейка еще одна. Так, антирада еще немного надо. Один тот здесь еще есть. А, гранатки останавливаются, отлично. Постепенно. До 20 доберу антирадов. Часть из них потом сброшу в баре. Запас в ящике. Часть из них буду носить с тобой. Просто они мне потом годятся. Так, если ты здесь погас, то ты должен быть где-то здесь. Ага. Ты здесь. А это я не про часового случайно забыл. Ага, вот оно. Бум. Так. Что у меня осталось? Мне здесь можно собрать только тайничок. Вот этот. А, еще у центрального комплекса два теперь тайничка. Так, видимо, в аномалию не попасть, чтоб не зацепило. Вот здесь сейф. Где он? Здесь. Вот он сейф. Побежали на болота. Ага. Вот очередные вояки.
И пошли за очередным артефактом. Кого-то порвало. Бывает. Там плоти, ну здесь дробовик пригодится. Глазик есть? Глазика нет. Батарейка, вон она. Выходим, 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 выходим. По воде не умеет бегать персонаж. Так, ну здесь у нас дезертир сидит. Все указывает на то, что у нас вот этот кейс с документами. Вообще изначально должна быть стелс-миссия. Вот. Все эти проходы, которые дезертир дает. Упоминает он про автомобиль, то есть у нас здесь по идее должна была быть возможность ездить на автомобилях и там куча прочих деталей, которые указывают, что от многих кем разработчики отошли на момент релиза игры. Я надеюсь, со вторым сталкером все-таки так не будет. Что бы нам сделать? Что нам сделать? А мы сделаем следующее. Мы пособираем здесь, побегаем артефакты. Так как мы сейчас все равно в бар идем, там торгуемся. Потом что еще? Собачки. Тайнички пособираем. Так, выполни вот тайничок вот в этом месте, вот такой вот проход есть, якобы заваленный проход в подземку агро промо. Здесь медицина и бронебойные патроны. Неплохой тайничок на самом-то деле. Хряпнем водочки, чтобы вывести радиацию. Оп, бандиты. Так, надо достать автомат. Ладно, я гранаткой вас угощу. Вы ж не будете против. Как-то темновато. Фонарик, не фонарик. И попасть не могу. Ага. А ты в кого там стреляешь? Там же забор. Тихо. Ладно, я тебе... Нет, я тебе ничего не кину. У меня больше нет гранаток. Придется так тебя выкуривать на себя. Ага. Незаметный ящик. А там еще спецназ, вояки. Ну конечно, они на меня ставились. Так быстренько. Переписываемся. Так, там будет спецназ. Бронебойные патроны. А-та-та-та-та-та-та-та.
И ребята покрепче будут. Как же темно все-таки. Вроде время-то не позднее. Вечер еще только начинает. А у меня в игре темно как-то слишком. Сколько у вас осталось, просто интересно. Надеюсь, я вас с вас пополню все то, что потратил. Ах, баканчик, неплохо. Ну хоть бинтики. Давайте я хоть еду буду восстанавливать. Здоровье. Я его завалил? Вроде да. Баканчики, это хорошо. Тут у вас жиденько падает все равно. Так. Убитый. Они все убитые, да? Ну как убитые? Не сильно, но прилично. Оставшиеся спецназовцы остались. Две каски. Четыре. Да уж, сходил за артефактом. Так. Два вояки, говорю. Бандиты здесь, я слышал. Айкали. Точно, точно слышал. Это был бандит. Так, трое осталось. Может, из-за непогоды так темно. Все, уже клинит. Быстренько его ушатал. А ремонтников в этой части нету. Из-за них таких минусов основных. Выходи! Ладно, я сам к тебе приду в гости. Встречай. Еще один. Где-то здесь был. Ящики надо сломать. Что-то здесь есть. Показалось, что ли? Ладно, будем считать, что показалось.
Но кто-то есть все равно. Светит один контакт. Куда он спрятался? Ага, пыхтит. Куда побежал? Вниз назад. Так. Баканчикам было бы интересно поиграть, но что-то они все тоже такие все. Да, жидковато у вас. Валуту. Как я помню, вроде здесь двоих завалил. Таких вот крепких ребят. Ну и ладно. Так. Тайники. И артефакты. Вот здесь у меня один тайник выпал. Вот этот интересный. Здесь еда. Энергетики. Немножко патронов. И еще надо сбегать вот туда, прямо. У нас там еще один тайничок. Так. Ага, здесь вояки еще тусуют. Ну да, ну да. Помню, помню. Фраер. Братья-то я и совсем забыл. Друг, ты мне принес самую важную волну. Она мне ой как пригодится. Я уж тебя и забыл. Как бы это ни звучало странно. Это очень важная волна. Она с посполником. Но, кроме этого, она еще в дальнейшем пригодится. Да, окей. Ладно. Я за тайником шел, но отвлекся. Так, еще один тайник, который мне выпал, это вот под этой лэп. Находится он здесь, вот как раз тот самый ящик архивный. Кабанчиков трогать не будем. Можно в принципе уходить с агропрома.